Сьогодні міжнародний день обіймів. Ви знаєте, можна прийти навіть обійняти незнайому людину. Якщо ви сьогодні хтось обіймає, не думайте, що вас витягують гаманець. Це лише передає свою хорошу енергетику. І, до речі, це дуже важливо, тому що 10 секунд кожного дня піднімає настрій і піднімає енергетику. Так, але інколи можна передавати і нехорошу енергетику. І взагалі інколи хтось не любить, знаєте, такої тактильності і не хоче обіймів. І сьогодні саме про їх силу, про їх значимість, як правильно обійматися у такий день, ну і взагалі по життю, ми будемо розбиратися з нашою ранковою гостею. До нас сьогодні завітала Дара Семенова, психологиня, енерготерапевтка та трансформаційна тренерка. Доброго ранку. Добрий ранок. Одразу, знаєте, хочеться вас обійняти, але ми так якби в ефірі будемо зберігати ось ці межі, щоб у кожного була своя зона. І почну одразу з того, що обійми в такий міжнародний день, коли усім радять обійматися. Чи нормально це, коли багато обіймається навіть з незнайомими людьми? Я на русском. На самом деле это нормально, и это даже очень полезно, потому что если с точки зрения организма человеческого, то есть такие известные гормоны, которые вырабатывает наш мозг. Это окситоцин, серотонин, эндорфины всем известные, шоколад мы кушаем, да, и есть такой гормон, как кортизол, гормон стресса. И вот когда мы обнимаемся, представьте себе, у нас начинают вырабатываться эндорфины, серотонин, окситоцин. И, соответственно, мы начинаем себя чувствовать более счастливыми. Более того, есть еще очень шикарный гормон, дофамин, который отвечает за действие, за мотивацию. И обнимая другого человека, представьте, мы повышаем свою личную мотивацию к каким-то свершениям. Вот. Тобто, це, да. Якщо не означає мотивації, піти на роботу або да. зробити щось? Да. Достаточно обнять своего ребенка, кота потискать, я не знаю, кого-либо. Главное, вам нужно получить это объятие. Это проходит, происходит подсознательно. И вы нивелируете кортизол. Особенно, ребята, когда стресс. Надо, виходите із студії після ефіру і пішли всіх обнімати. Це дуже полезно на самом деле. По кожному кабінетику прийшли, можливо, навіть в когось буде негативний настрій, і він зразу буде позитивний. Да. Круто. Я хотів би ще запитати, енерготерапія, що це таке? Это не так давно появился этот термин. Термин, наверное, да, это мы так себя позиционируем, потому что терапевт, по сути, он работает и работает длительно. А раньше это называлось проще целительство. Я с 12 лет лечу людей и работаю с людьми, то есть уже 35 лет стажа у меня в этой сфере. Но энерготерапия включает в себя еще и психологию. То есть это длительная терапия, которая включает в себя проработку всех факторов и всех сторон вашей жизни. Ух ты! А чи можна за рахунок обіймів саме, знаєте, пропрацювати, ну, те, що, наприклад, тобі чогось не вистачає, або чогось дуже сильно хочеться, ну, за рахунок обіймів, чи можна якось лікуватися? Смотрите, за рахунок одних обіймів, естественно, що ні один метод 100% он не буде срабатывать. Но если вы включите в комплекс терапии своей объятия, естественно, я очень часто бываю на фестивалях йоги, развития творчества и так далее, и там эта практика объятий, это нормально. То есть после каждой практики все обнимаются. Если ты идешь, видишь человека, который, ну, вот просто глазами встретились, подошли, обнялись. Почему это делают йоги, почему это делают люди, которые в развитии находятся? Потому что они это знают. Обмен энергиями. Ты посылаешь другому человеку любовь, добро, и тебе это сразу возвращается. Да? Это часть терапии прекрасная. В сегодняшнем дне не рекомендуется обниматься с теми людьми, которые не желают этого самого. То есть, має бути два так. Так як коннект, так. І чи рекомендується обніматися з тими людьми, які кажуть, що типу не чіпай? На самом деле нет. Потому что каждый человек обладает собственным уровнем энергии. И, например, человек, который не хочет обниматься, он, как я, например, я эмпат, я очень чувствительна. А ты хотела спочатку обниматься? Смотрите, если, например, человек эмпатийный, который, человек, который чувствительный, он может просто что-то взять негативное. Если же вы идете с человеком, вы хотите обнять, вы встретились глазами, и вы чувствуете, что да, обнимайте, пожалуйста. Главное, не нарушать ничьих границ. И в такой день в том числе. А скажіть, будь ласка, як кажуть обійми, знаєте, коли так якось треба обійматися і руками закривати спину, наче кажуть, що в тому місці душа, і обійми оце серце до серця. Що ви скажете про це? Це міфи? Чи це дійсно працює? В этом є доля правди. Ну, душа – це так образно, да? Ми тут чувствуємо цим містом, на самом деле у нас тут вилочкова железа, которая является чувствительной, да? Іноді їй придають форму душі. Но є как бы, теорія, що душа у нас в шисковидной железе. Но на самом деле
Есть понятие биополя человека, тонких тел и тонких каналов. И у нас есть сердечный канал, сердечная чакра, которая отвечает как раз за любовь. За... Когда мы кого-то обнимаем, смотрите, мы же подсознательно передаем ему энергию сердца, передаем энергию любви. Это безусловная любовь. В этот момент вы проявляете частичку безусловной любви. Это уже по-любому хорошо. Закрывать... В принципе, да, вы закрываете, просто вы закольцовываете энергию, вы закрываете круг. Не потому, что вы там защищаетесь от чего-то, просто вы передали, чтобы она дальше не ушла. Но если вы не закроете, она пойдет дальше в мир, ваша безусловная любовь, тоже ничего плохого. Mm-hmm. Есть шикарная практика, самая, я всегда ее делаю на всех тренингах, на прямых эфирах. Вы представляете человека, которого вы любите, и начинаете ему просто транслировать из сердечной чакры, просто представляете, что идет поток любви к нему. И вы представляете, что вы смотрите в глаза и передаете. Куда дальше выходит эта любовь? Это энергия. Угу. Вообще не важно, кто ее. Она придет туда, куда она нужна. И если не надо защищаться все время, не надо бояться. Вот это главное правило, надо любить. А можем мы зараз пробовать практично как раз ось цю энергию кохания передать Конечно. Комусь? Пожалуйста. А как? Подскажите нам. Сделайте глубокий вдох. Закройте глаза. Да? Да. Желательно. Можете не закрывать. Класс. Как вам? Ножки обязательно ровно должны быть. И первое, вы делаете вдох, и перед любой практикой нам нужно заземлиться, сделать практику заземления. Вы просто представляете, что из вашего копчика выходит столб прямо в сердце земли, в центр земли. С пожеланиями любви, с благостью какой-то, да? Вы законнектились, вы заземлились. Вы можете проговорить: я активирую электромагнитную составляющую заземления. Складно. Ого. Я відчуваю землю. Да. Я відчуваю землю. Я энергия должна пойти. Да. Я активую энергию земли. Хорошо. Отлично. И знаете, я трошки як аватар, да? То... Так и есть. Не стань синюю. Я розумію, що п'ятниця, але ангін. Я думаю, що до вечора далеко. Я вже в синій сутні. Розслабитесь, да. Теперь вы делаете глубокий вдох и концентрируете свое внимание в центре груди. Почувствуйте, что вы там чувствуете. Там должно быть как легкое-легкое шевеление некое. Вы можете даже руку положить, если вам так более активно, более понятно. А теперь представляете человека, которого вы любите, существо, которое вы любите. То есть неважно, кто это. Кому вы способны испытывать именно безусловную любовь. Это может быть мама, родители, могут быть дети, сестры, братья. То есть те люди, от которых вы ничего практически не ожидаете взамен. Представьте, что вы смотрите в глаза этому человеку. И сначала вы глазами начинаете выражать эту любовь. Ой, у меня потеплешило. Отлично. А теперь представьте, что из вашей груди начинает проявляться сначала мягкий-мягкий свет. Мягкое свечение, которое превращается в такой очень мощный, сильный поток. Вы можете представить, цветы оттуда идут, вот такой поток цветочный, да, там просто энергетический, как вам того цвета, который вам увидится. И отправляете другому человеку, которого вы представляете, в ту же зону, прямо в сердце. И сделайте несколько вдохов глубоких. Если хотите, вы эту энергию можете вернуть, то есть представить, что она там где-то пошла, походила, через фильтры какие-то прошла, очистилась и вернулась вам. В том числе. Ой, я так трошки наче поспала. Так хорошо. Да, несколько... Ви знаєте, я так подумав, так хорошо. Нехай оця енергія кохання просто ходить між всіма і поки вертається, але від когось іншого, але до мене. Слухайте, а так в мене погана практика, так одразу і ще приспіється до настрою. Мені здається, телеглядачі зараз десь відчули нашу любов і наше тепло. До речі, спробуйте, працює. Ну, на самом деле, очень работает. Многие вещи. Вы знаете, у меня очень интересная есть клиентка в Америке, известная дизайнер, не буду говорить имя. И она, у нее был момент, когда она просела. Просела по финансам, по жизни, проблемы начались. И мы с ней сейчас работаем полгода. Мы вышли с ней опять на миллионы на ее. И именно что мы делаем? Мы прокачиваем ее энергетику и прокачиваем ее как раз любовь. Потому что у нее как раз пошли проблемы по любви. Она закрыла, она перестала отдавать, она перестала от мира получать. Очень интересно работает. Чем больше вы отдаете любви мир... Цією практикою? Ось, чим, нет, чим ну, величі? Полгода мы не можем одну практику делать. Ага. Много всего, но я имею в виду, что основной акцент нашей работы — это как раз на раскрытие сердечной чакры, на умение, безусловно, любить. Тобто цей ефект бумерангу? Да, так, однозначно. Чи він? Смотрите, мы в мир отдаем, а мир нам дает только то, что есть в нас. Если в вас живет любовь, вам мир будет ее отдавать обратно. Если в вас есть зажим, если ваше поле в сопротивлении, если вы не любите мир, мир не будет любить вас. Все очень просто.
Ой, як я люблю життя і світ, і люблю вас, любі телеглядачі, любіть і ви нас. Ані, знаєте, а це було не щиро. Ні, почекай, я сказала зараз щиро, я просто нагадала їм про те, щоб не забували нас любити, але я хотіла до чого привести до обіймів. Просто я до чого веду. Тобто ми можемо, по суті, обмінюватися теплом не тільки в Міжнародний день обіймів, а й просто обійматися. І таким чином, можливо, ті люди, які до цього не звикли, якщо вони почнуть це робити там на постійній основі, вони як бы життя налагодить сможет. Смотрите, если чем больше человек в мире продуцирует эту любовь, тем больше ее получает те, кому нужно. Тем больше она начинает проявляться. То, что ввели, вот 6 декабря был день объятий, да, то есть они достаточно часто. И чем больше вот такого происходит, тем быстрее мир привыкает к этому. Просто вы кажете про те, что если ты любишь свет, то и свет любит тебя. Да, однозначно. Но же есть люди, которые, знаете, ну, они с негативным постоянным мысленням, с закрытостью, взагалі відстороненням від суспільства. От як цим людям перейти на те, що можна просто хоча б обійматися, як мінімум? Прежде всего, это же, представьте, человек в таком состоянии, он не может открыться перед чужими людьми. То есть ему надо сначала все в себе. И им надо, этому человеку нужно найти, сесть, написать список, за что я себя могу полюбить. Потому что если человек в негативе, это 100% он себя не любит. Если он претензий к кому-то, основная претензия это в нем. Это правило психологии. Выписать просто себе, что мне делать, ну как бы, за что я могу себя любить, за что я ценен для себя, и потом начинать постепенно-постепенно это транслировать в мир, и через прикосновение к близким людям это можно выравнивать. Просто обнимать. Ви знаєте, ми якось спілкувалися саме про чакри, про ефект бумеранга, і один мені так само психолог сказав, що ми все робимо будь-яку справу, навіть і грабіжники роблять з любов'ю, тому їх і не ловлять, бо вони щасливі, вони пограбували і такі, вау, класно, хоча вони є злочинцями. Чи факт, що це все повертається те, що ми хочемо, але якщо робимо з любов'ю? Ну, насчет злочинцев очень интересная теория, конечно. В принципе, если человек счастлив, если он любит свое дело, он реализован в той сфере, которая он, то, скорее всего, что так и будет. Будет возвращаться то, что мы несем в мир. А от скажіть, будь ласка, скільки, можливо, є якась формула має бути обіймів за день у людини? Вообще 7. 7 обіймів. А це має бути... Це як гріхів? Ну, це така сакральна цифра просто. Вважається, 7 достатньо. Ну, 7 це має бути з однієї людини, чи це може бути 7 різних людей? Яка тут теорія? Ну, смотрите, якщо людина сидить вдома, то він не може обіймати. Тобто, він 7 разів обніме себе для початку, або свого кота. А взагалі, в принципі, якщо людина працює, це нормально. Нормальная практика, когда люди встречаются, обнимаются. Они обмениваются энергией, и всегда есть тот, кому нужна энергия, и всегда есть донор, у кого ее избыток. А вот дивіться, в період ковіду взагалі потрібно зберігати дистанцію. Да. Не можна, якби не раді там обійматися, заходити в ось цю зону комфорту. На вашу думку, це якось помітно стало на суспільстві, що ми відчуваємо ось цю відсторону? Очень, це очень заметно. У мене багато людей зараз депресіями почали приходити, більше намного, більше закриваються. Соответственно, человек существо социальное. И дело в том, что наша жизнь — это течение энергии. Мы просто этого, ну, как бы обычный человек этого не видит. И когда мы закрываем себе чакры основные, естественно, а это, смотрите, рот, нос, это 5-я чакра, это чакра коммуникации, социализации и чакра реализации. И, соответственно, когда человек ее блокирует все время, то да, это есть. Это есть, но опять-таки, все от отношения к жизни. И свобода, она внутри. Она не в том, наличии или отсутствии маски, на самом деле. Клас, вводить всередині. Я б сказав би, що беремо, одягаємо маски і йдемо обніматися. Воно вам треба, оце депресії, потім ходити, казати, мене ніхто не обнімає, лише мій кіт один любить мене. Але в обійми не забуваємо, що пускати потрібно тих людей, яких ми хочемо бачити, незнайомих, можливо, негативна енергія. Комфортних, вам должно хотеться. А от знаєте, коли, наприклад, є такий момент, ти знаходишся в якомусь колективі, в компанії, і є, якби, трішки так, якби треба обійматися, а є ті, з ким приємно. І оця твоя зона комфорту, якби, порушується. Що робити в цьому випадку, як пояснити людині, щоб її не образити, і при цьому, якби, що, ну, не хочу я цих обіймів, і чи нормально це? Смотрите, каждый человек отвечает за свои эмоции, за свои состояния. Вот то, что вы сейчас описали, вы описали по сути, быть мне жертвой или не быть. Вы сами выбираете. А ответственность другого человека, как реагировать, хотите вы обнимать или нет.
Вы взрослый человек, значит, вы сами смотрите. Обнимаете только тех, кто комфортен. Это правило, потому что вы можете нарушить и его поле. Вы же будете идти с внутренней претензией. Я не хочу его обнимать, я обнимаю. Вы ему больше сделаете зла, чем добра в этом случае. Ух ти. Я ніколи не думала, що звичайні обійми можуть стільки сенсу нести, впливу на життя. Да. Знаєте, ми хочемо вам просто подякувати, тому що сьогодні Міжнародний день обіймів. Ми зрозуміли, що обійми – це не просто потіскати котика або обійняти рідну людину, а це ще може впливати на вашу реалізацію, на ваш настрій, взагалі на те, як ви ставитеся до життя. Сподіваємося, що ця розмова була для вас корисною. А так, якщо ви щось пустили, YouTube-канал «Правда» тут завжди до ваших послуг. Так, не забуваємо підписуватися, ставити дзвіночки і писати коментарі. Ми нагадаємо, що у нас сьогодні в ранковій студії була Дара Семенова, психологиня, енерготерапевтка, трансформаційна тренерка. Ще раз вам дякуємо за те, що ви нам розповіли про обійми. Надіємося, навіть у ваше коло, коли ви кажете, що ви не любите обійми, будуть приходити лише позитивні емоції. Дякуємо вам вкотре за перегляд цього відео. Повірте нам, нам дуже приємно, коли ви реагуєте, коли ви пишете свої коментарі і коли допомагаєте нам створювати контент ще кращим. А ще ми дякуємо вам за ось такі класні вподобайки і за ваші дзвіночки. А ми і надалі будемо готувати для вас корисну та цікаву інформацію.